И еще раз говорю, полупозиция, Рашид. Понимаешь? Вот у тебя это ярко выражено есть. Неоднократно. Ты делаешь что? Совай стойку. Ты делаешь. Качнул, ты уже опять оказался в средней дистанции. И ты здесь остановку делаешь. Понимаешь? Здесь либо ты продолжаешь работать, либо ты продолжаешь уходить, улучшать позицию, понимаешь? Но это в движении. Чтобы не было момента такого, что ты сделал какое-то действие, оп, а удара не было. Ты уже должен разгонять, уже противник все равно опаздывает за тобой. Твое движение, даже уклон, качнуть, ты уже разгонять. Подними руки. Вдруг у меня сорвется. То есть твоя работа корпусом, ты разгоняешь свою инерцию, даже если противник не ударил. Понятно? А остановка в средней дистанции, в которую ты вошел с таким трудом, раз, два, даже качнул, вот тут раз остановился, все, ты получил сразу. Понимаешь? Это одно действие усиливается через другое. То есть следующее сильнее предыдущего. Почему? Потому что есть масса, есть инерция, есть движение, есть разгон. Согласен? Ни в коем случае, там уклон, здесь остановиться нельзя ждать. Получилось, видишь ты, руки закрыт, не закрыт, по рукам, по ногам, по локтям, по плечам. Где-то дырка появится, ясно? Бить по рукам надо, Рашид. И не целиться только все время с дальней дистанции, обязательно в голову. По рукам, подними руки. Вот я тебе, посмотри, вот твои ручки. А что я сделал? Я тебе глазки закрыл, да? Оп, ударил. Я постоянно ищу тебя. Где ты ударил, ясно? А с дальней дистанции попасть с сильным ударом, ну это он должен вообще такой расслабиться, ваш сильно не уворачивать, аж вот так голову поднять. И ты такой, замери, на, сейчас вылетит птичка. Понятно? Сокращаете дистанцию ударом, защитой, вы разгоняете свои удары. Понятно? Все, поехали, пользуемся. Ну, работали корпусом, потому что наклон, ну как тебе сказать, не оставаться в средней дистанции даже на сотую долю секунды, потому что, да, любая, это уже удар. Просто удар даже длится 0,15, 0,17 сотых секунды, у меня там левый или правый кулак летит туда-обратно. Поэтому любая, не было там ударного действия, либо ты уже пошел все равно продолжать движение. Ударили тебя или не ударили. Ну вот, вход в ближнюю, в среднюю дистанцию, это ни в коем случае не остановка. Ну, если ты просто очень сильный, здоровый такой, весь в броне, то можно просто идти, постоять, вот, пока противник выдохнется, и потом начинать бить. Тоже как вариант, конечно, можно все. Но желательно защита, тут же перевод, защита, работа, уклон, защита, удар, защита, удар, качнул, ударил, ударил, качнул. Ну, в таком темпоритме, в таком плане работать, оно как бы имеет место большего КПД. Всего доброго.